поставили в приоритет. Компания «Автодорстрой», которая в этом сезоне ремонтирует в Сургуте 4 дороги, скорректировала график работ по просьбе главы Андрея Филатова. Об этом стало известно на заседании штаба по городскому хозяйству. Так, уже уложен асфальт на улице Маяковского, на участке от профсоюзов до Нефтеюганского шоссе. Сейчас дорожники благоустраивают прилегающую к магистрали территорию, строят бордюры. Частично отфрезерован Югорский тракт. До Заячьего острова магистраль делают в 3 этапа. Ночью специалисты пригнали на участок асфальтоукладчики и готовятся заниматься покрытием. Снимают слои полотна сейчас на улицах Никольской и Энгельса. По откорректированным графикам работы все запланировано выполнить в июле месяце и завершить 1 августа. По контракту срок окончания октября. Первый заместитель генерального директора «Автодорстроя» Михаил Блохин отметил, что компания пересмотрела график работы, отодвинула некоторые свои объекты, поставив сургутские участки в приоритет. Глава города подчеркнул, что если есть возможность, то хотелось бы, чтобы дороги делали быстрее. Андрей Филатов акцентировал, скорость не должна идти в ущерб качеству и технологиям укладки асфальта.